Более 1 миллиона тонн запасов социально значимых товаров находится в резерве нашей страны. Об этом сегодня на заседании в правительстве сообщил министр сельского хозяйства. По словам Ербола Каршукеева, акиматы с осени прошлого года ведут работу по формированию запасов овощей. Это поможет регулировать ситуацию на рынках в межсезонье. В так называемой зеленой зоне сейчас 13 регионов. Там объем контрактов составил 100 и более процентов от рекомендуемого.